Мельниченко Василий Александрович, директор ООО «Галкинский». Здравствуйте. Я вот то, что хочу сказать. В принципе, себестоимость еще можно понизить. Ведь у нас, смотрите, какой шаг есть. Вот сейчас 13 тысяч в среднем платим. Можно же вообще 3 платить, вот, крестьянам. А остальное выдавать гордостью за державу, допустим. Почему нет-то ведь, да? А, вот, вообще-то хватит жаловаться на жизнь, ребят. Правительство нас жить не заставляет. Вы неужели этого не видите? Вы посмотрите, как бюджет формируется, да, это главное то, что есть. Причем это же депутаты, нам Государственной Думы все делают, вот, да. Сельское хозяйство сколько там? 1.5%, да, а управление государством 7,2. А вот смотрите, милиция и полиция 11,2% бюджет. Вот здесь должны сидеть сейчас вот нацгвардейцы, милиционеры и говорить, и косить будем. И сажать будем, вот, и доить будем, вот, знаешь, все. То есть так оно и должно быть вот в нашем сельском хозяйстве. Мы великодержавная нация, но мы такие, черт нас возьми-то ведь, да? И наша главная задача, это же укоренение народа на земле, его сбережение и размножение. Нельзя систему, заточенную для травли и разорения малого и среднего сельского предпринимателя, перестроить на поддержку и развитие многопрофильной экономики села. Ликвидация частных подворий идет повсеместно. Село, что почему люди покидают? Там плохо жить, там тяжко жить очень. Вот. Мы не будем жить, нация, так, вот, если дальше будет так продолжаться. Давайте тогда сделаем так, раз не получается, я одну секунду, да? Давайте Минсельхоз пусть себе будет Министерством финансовой поддержки агрохолдингов, латифундии и всего. А мы давайте сделаем Министерство развития сельских территорий, где будет местным самоуправлением с органами, совместно те сельские предприниматели, крестьяне будут себе строить новую жизнь. Давайте не будем в Лукойла покупать солярку, давайте купим в Туркменистане, она там раз в 6 дешевле. Давайте все остальное будем делать. Давайте возьмем кредиты в Европе. Может, нам дадут, они же против нас не вводили санкции, они там против кого-то другого вводили, против крестьян никто ничего не вводил. Давайте как-то вырываться, у нас нет пути выхода. Все остальное это ничего. Государство четко взяло политику ликвидации любого вида производственной деятельности в Российской Федерации. Люди уходят из земли. На земли без народа придут народы без земли. Вы не думайте, что они за нас придут работать. Вместо нас и работать, и жить.